Всем привет, друзья! Сегодня 21 августа. Выбрался на рыбалочку. Как бы вроде бы выздоровел, но простуда еще вся осталась. Завтра на работу. Решил сходить в котлован, половить карасика. Если будет, дай бог, лещ попадется. Уже время почти 6 часов утра. Немножко я как бы уже расставился. Вот. И начнем рыбалочку. Вот уже приготовил свою маховую удочку. Попробую карасика ловить. И взял донку. Донку. Также на донку буду ловить. Вот пружина и два поводка. Из прикормки то же самое. Горох, перловка, пшено. Немножко чуть-чуть покупной. Есть пенопласт с чесноком. Сало с чесноком. Из хлеба я сделал корочки. Также есть опарыш. И червячки. Ну вот на это все будем ловить. Сейчас забиваемся, насаживаем и будем ловить. Приятного просмотра. Что понравится, пишите. Ну что, донку сначала забросим. Забросим донку. Вспомнить бы, куда я кидал и на какую длину. Ну, вроде бы пока так. Вроде бы так. А может и нет. Ну, посмотрим. Немножко прикормлю. Недалеко от камыша. Вот сюда вот прям. Ну и хорош. Ну вот на удочку буду вот ловить на бутербродик червячок с опарышем, беленький, красненький. А донку я забросил один крючок на пенопласт с салом, а второй крючок забросил также червячок опарышем. Ну и все, вот заброс. Дай бог, будем ждать поклевок. Ну пробовать надо сейчас, да. Может, перловку с опарышем надо. Я вот забыл хлеб взять. Только вот шел уже, вспомнил, надо было хлебушек с маслом. Ну давай, 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 давай. Ага. Да, да, да. Смотри, шевелится, шевелится. Пошел, пошел, пошел потихоньку. Ну вот нормальный карасик-то. Да, не мелкий уже, нормальный, едовой. Само то, блин. Я щук нажарил, такая вкуснятина, а. Родителям вон приносил. Классная. Вкусная. Да и главное, она вся пустая, блин. Пустой желудок, ничего в них нет. Вроде рыбу гоняют, а пустые. Есть! Попался, блин. Долго он, блин. Тоже цедил. Смотрю, долбит, долбит, долбит. Вот попался карасишка небольшой.
Раздразнил все-таки ты его, да? Вот он сегодня привередливый какой-то. Не хочет. Из ложки надо его кормить. Да что-то клевало, блин. Не знаю. Что-то потянуло. Вроде никто не бьется. Поклевка была. Нет, кто-то жевал червяков. Поклевка, поклевка. Вот, нормальненький. Нормальный. Опять поклевка. Бросает. Кто-то притрагивается и бросает. Опять ничего нет. Такая рыбалочка получилась у нас сегодня. Можно сказать, почти без клевья. Поймал одного карася. И было куча поклевок. И на донку, и на удочку. Но карась привередливый не берет. Подлещик не берет. Вода, смотрите, какая стала. Зеленая-зеленая. Поэтому рыбка-то уходит от берега. А я сейчас буду собираться домой, уже пора. Время 9. Пойду домой. Отдохнул хорошо, тепло. Чудо просто. Всем пока. А я домой.